Привет, друзья! Сегодня мы с вами поиграем в игру, которая называется Гелион. Мне просили уже неоднократно начать проходить эту игру. Игра очень интересная. В ней очень хорошо представлена симуляция космоса, невесомости и все такое прочее. В общем, это многопользовательская ролевая космосим игра, где нас ждет мрачное научно-фантастическое будущее. В этой игре мы будем вынуждены сражаться за ресурсы, в том числе и кислородом даже. Здесь мы будем путешествовать по станциям, по орбитальным станциям возле планет. Не знаю насчет планет приземляться, сейчас пока это не реализовано. Может быть и вообще не реализуют, играют все-таки в раннем доступе. Вот. Ну, было бы неплохо, если бы еще на планете можно было приземляться. Вот. Также будем добывать мы ресурсы с астероидов, пилотировать корабль, подключать ему различные модули, станции и все такое. Блин, много возможностей, я, конечно, всего этого не знаю, я буду обучаться, посмотрим, как это все делается. Ну, соответственно, это кроме PvE режима, тут есть и PvP сражения. Ну, в данный момент я буду играть в одиночную игру, я привык один играть. Во-первых, надо как-то изучить игру. Вот что я еще тут не все знаю. Я, конечно, немножко прошел, попроходил, чтобы не топить. Ну, сейчас начнем заново. Я более-менее уже в управлении разобрался. Насчет оптимизации я ничего не могу сказать. Мой компьютер позволяет даже такие неплохо оптимизированные игры запускать. Вот. Я поставил все на максимум, и FPS просадок вообще нет, не наблюдаю. Ладно, что ж, давайте, конечно же, выбираем стандартный режим, где мы будем выживать. Ну что ж, поехали, друзья. Что ж, нажимаем кнопочку F, чтобы взаимодействовать и вылезти нам с криокапсулы. Я так понимаю, мы сейчас по вступительному ролику, мы находимся на нестабильной орбите и падаем как раз таки на вот этот газовый гигант. К сожалению, игра еще полностью не локализована на русский язык. Но вот эта вот Теона Майерс, она говорит нам, что там первый офицер, что такое, и предлагает нам покинуть комнату. Да слышу тебя. Ты должен доверять мне. Да, в этой станции нестабильная орбита. Должен забрать с собой различные там вещи и свалить на спасательный корабль, вызвать. Огнетушитель. Не знаю, зачем нужен, но возьмем с собой. Скафандр. Ну, пожалуйста, возьми. Или у нас огнетушитель не дает взять. Странно. Так. Нет скафандра. Ну вот он же, как тут. Не знаю, либо игра словила глюк, но я не могу взять скафандр, поэтому берем мы с помощью кнопочки Tab и перемещаем его надеваем на себя, короче. Да, походу глюк с рукой, с этим, с огнетушителем еще остался. Да, он даже в тени, я вижу огнетушитель, но так почему-то я его не наблюдаю. Берем с собой джетпак. Нормально взяли. Так, и шлем. Так, ну здесь у нас кислород есть. Давление 1 бар, то есть как бы. Ну, думаю, дальше мы уже попадаем в зону, где нет кислорода. Так, фонарик пока выключим, чтобы не тратить батареечки. Ну что ж, открываем шлюз. Или это не шлюз, это коридор какой-то. Так, значит, мы уже в зоне невесомости. Невесомость использует QE для вращения. Здесь, да, скорее всего, уже все. Давление будет в нулевой переходить в том коридоре. По идее, ну, согласно законам физики, нас должно туда сейчас просто выпихнуть с большой скоростью. Так как тут давление 1 бар, а там 0. Ну да, так, тихо. Главное зажать кнопочку Shift, чтобы стабилизироваться. Или, либо схватить что-нибудь, ухватиться что-нибудь ближайшее. Да, тут реально реалистично просто невесомость представлена, управление здесь.
РСУ топливо 49%. К Space Walk to Command Module. Короче, отправляется команда модуль пока что. Внимание. Так, а тут у нас гравитация есть. Замечательно. Откройте двери в следующий коридор. Ага. Да, у тебя нет ключа доступа к этой двери. Извини. Почти где-то рядом хак-тул. Сшибаюсь где-то тут шкафчики. Да. Берем хак-тул в руки. Вместо огнетушителя, который у нас якобы в руке. Так. Одноразовое устройство взлома уровень 1. Блин, если не ошибаюсь, то надо сейчас действовать реально быстро, потому что мы постепенно приближаемся к этому газовому гиганту. Поэтому делаем все желательно быстро. Все, взломали. Как-то уже нам не пригодится. Дальше нам нужно вызвать... Тихо-тихо. Корабль. Спасательный корабль. Походу я их ногами. А, в принципе, тут уже без разницы. Вверх ногами мы или да? А, тут даже есть гравитация. Ну, замечательно просто. Слоты. Ладно, не будем. Все тут вроде бы как ничего нет. Вызываем корабль. Спасательный корабль проводит через минуту. Да, да. Отправляйся. А, и захвати с собой бутылку с кислородом. Бутылка с кислородом. У нас где-то тут. Так, ну это я уже заблудился. А, вот сюда нам. Так, бутылка с кислородом у нас в коридоре Б находится. А вот она. Так, стой. Схватись за шкафчик. Схватись, говорю. Маленькая канистра Alt-Corp. Берем. Ага, возьмите все такое и используйте. Ну, не, у меня пока кислорода нормально, 70%, 77 даже. Поэтому пока использовать не буду. Маленькая канистра, я даже не знаю, сколько процентов придает кислорода, но потом это узнаем. Так, спасательный корабль прибыл. И мы все в открытый космос вылетели со станции. Где ж корабль? Ага, вон он. Ну что ж, полетели 250 метров. Вон она, да. Солнышко. Нет, это, кстати, не солнышко, это другая звездная система со звездой Гелион, со своими планетами и прочей фигней. Так, ну что-то мы вообще ни хрена не разгоняемся. Главное не разогнаться слишком сильно, чтобы не разбиться об этот корабль. Так, все, тормозим. Так, все. Ну вот тут теперь самое главное цепиться за корабль. Так, все. Не надо, не отлетай. Да, тут вот в натуре реально, реалистично просто продумано поведение в космосе. Так, схватись. А, отлично. Найти бы еще дверьку. Я, походу, нашел. Как обычно, вверх ногами. Для этого захватили дверь. Войдите в корабль, наше следующее задание. Ну, там кислорода нет, поэтому сразу герметизации баллоса не будем. Открываем. Там, наверное, все двери открываем. Заходим. All right. Хорошо.
You'll have to register first. Закрываем нафиг эту дверь. Короче, там она что-то прошептала мне, что нужно зарегистрироваться в этом корабле или что-то в этом духе. Он, кстати, написан, кстати. Register on security panel. Смотри, что-то с ориентацией в порядке, все. Все, закрываем, чтобы, ну, когда будем лететь, не вылететь отсюда. Пойдемте зарегистрируемся, посмотрим на свой экран. Ну ладно, мы потом посмотрим ручной бург. Потом на него посмотрим, сейчас времени нет. Давайте зарегистрируемся. Security панель. Корабль. Командир корабля безымянный. Почему-то я безымянный. Заявить права. А, ну вот, все правильно. Изменить название корабля. Как мы его назовем? Гидра, давайте назовем его. Пусть будет Гидра. Не знаю почему, просто так захотелось. Выбрать эмблему корабля. Прикольно. Русский флаг, интересно, есть? Ну, кстати, есть. Блин, меня что-то прикололо вот это вот. Давайте вот это будет наша эмблема. Активируется уничтожение. Нет, не надо. Так, о! Наша эмблема сразу появилась на кораблике. Так, что нужно включить питание? Питание включается где-то там, сзади. Вот этой кнопочкой, точнее экран, Powers, поддержка электроснабжения или что-то, вот там духи. Гидра. Так, солнечная батарея. Ну, у нас, в принципе, в батареях есть 200к чего-то. Ну, наверное, какой-то там энергии. Поэтому просто включим питание. Не знаю, будем разворачивать ли мы солнечные панели. Не знаю. У нас сейчас, получается, будет только использоваться энергия. Ну, кончается, блин. На, ну, естественно, обычное базовое потребление 125 чего-то там. Воздушный фильтр у нас отключен, FTL тоже отключен. Что это мы узнаем потом. Ладно, разложу все-таки эти солнечные панели, чтобы так вот неожиданно не получилось, что у нас закончится энергия в полете. Ну, система жизнеобеспечения у нас пока что недоступна. У нас нет кислорода и ничего прочего такого нет. Садитесь в кресло пилота. Сел. Так, нам предлагают найти нанитовое ядро, наниток или что-то такое. Вот. Ну, это что-то типа варп-ячейки. Давайте-ка развернемся туда. Так, нам же сюда. Выберем цель. Да. Ну и отправляемся. 3,8 километров. В принципе, это не так уж далеко. Сейчас разгонимся до соточки. Вот, хватит. Так, ну, обычные управления, как обычно, Q, E это у нас вращение, Space вверх, Ctrl вниз, Shift стабилизация. Самое страшное и для меня это будет, это стыковка. Стыковка это тут сложненький процесс. Ну хотя, блин, для новичка это может быть сложный процесс. Так, подождите, уменьшаем скорость, мы уже что-то слишком быстро прилетели. Там он что-то внизу, какой-то корабль, что это было. Так, тормозим нафиг. Когда мы приблизимся к этой станции, нам нужно будет выровнять с ней скорость, так что тоже с какой-то скоростью движется. И вот относительно этой скорости надо, ну да, будет уравняться, короче, с ней. Так, 170 метров. Так, все, можно тормозить. Уравняем скорость кнопочкой M. Все, уравняли скорость. Мы влазим. И пойдемте посмотрим, что нам. А, нужно найти варп, ну, типа варп-ячейки. Ой, ну откроем все двери. И пошли. О, логотип мы на гидре. Ну, заодно, может, облутаем, может, что-нибудь еще там интересное найдем. Кислорода 55%.
Так, схватись, схватись, схватись. Оп, отлично. Так, так, стой, 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 пожалуйста, остановись. Мы, походу, их ногами, да. Здесь можно пролезть, посмотреть в ящиках. Может быть, что-нибудь полезненькое найдем. Ничего полезного я не нашел. О, не туда. Так, 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 так. Взять это долбанное ядро нанита. Вот она. Так, вылет. Нанитовое ядро. Берем. Так, ну, я пока что не хочу возвращаться к кораблю. Давайте, может, что-нибудь тут найдем. Замените нанитовое ядро. Сейчас, подождите-ка, я тут... Может быть, что-нибудь полезное найдем. Пока нам кислород позволяет полазить. Вон он шкафчик. Я что-то увидел. Маленькая канистра с кислородом. Это хорошо. Так, ну что ж, еще куда можно тут пролезть? В принципе, и все, что ли? Ладно. Возвращаемся снова на свой корабль, на свою гидру. Блин, интересно, что вот это там, дереликт? Ну, это будем потом узнавать. Нам сейчас первым делом надо выйти на стабильную орбиту. Надо же, я прям к двери еще подлетел. Это прям успехи мои. Подожди. Так, мимо, мимо. Слава богу, что дверь открыта стояла. Так, все нормально. Зацепились, ухватились. И снова промазали, да? Давай, дружище. Оп. Башкой ударились, но ничего страшного. Все, готово. Закроем двери, ну их нафиг. А то у меня было, что в гиперпрыжке я умудрился вылететь в космос. Поэтому... И вообще нафиг позакрываемся, чтобы нас никто не трогал. Можно, кстати, закрыть и заблокировать двери, ну, если мы играем в PvP режиме. Но делать я этого не буду пока. Что? Ну что ж, а, да. Оказалось. Значит, нам нужно заменить ядро это. Давайте включим свет, что так темно. Так, сюда, да, ну? Военное нанитовое ядро, уровень 1. Ложим. Готово. You need to find a safe place. Check the hav map. Look for an outpost or something. Anything with a stable orbit will do. Выйти на стабильную орбиту, покинуть эту. Сейчас, сейчас, сейчас вот сделаем. Закрываем дверки. Садимся в кресло пилота. Нажмите 2, чтобы открыть экран навигации. Короче, я вам предлагаю там нелепо долгий разговор, но суть в одном. Найти, это, вырваться на ближайшую стабильную орбиту и предлагаю там прийти на какой-то аутпост. Данный аутпост, вот он, маячком выделен. Тут описание полностью нашей орбиты, по которой мы летаем. Радиация какая, естественно, чем ближе к звезде, тем больше радиация будет. Ладно, давайте пока не терять. Как вы видите, наша орбита, вот мы, гидра, мы направляемся прям в газовый гигант. Блин, как это посмотреть?
Вот. Ну, там, не знаю, ну это все, это хана, короче. Тут, блин, в принципе, маневровое действие мне напоминает к в игре, как в игре Kerbal Space Program. Нифига тут звездная система. Довольно огромная. Ладно, нам, короче, давайте выберем. Нам фабрикатор, ошибаюсь, нужно попасть. Короче, без разницы, там все эти несколько модулей в одной точке, на одной орбите. Так, наш корабль где? Вот он. Сейчас мы будем варп-перемещение устраивать. На эту орбиту. Вот мы видим. Короче, мы перемещаем время активации, время до прибытия, такой последовательности, чтобы у нас написал варп-двигатель, что мы готовы прыгнуть, варпнуться. Так, с помощью ролика мы это делаем. Ну, блин. Ага, вот, мы сможем. 20 секунд, активируем. И быстренько садимся за корабль. Okay. Once you're in a stable orbit, you'll be on your own. 11 секунд. 9, 8, все. Выбрали цель, ну и теперь ждем перемещения. Все, лететь нам 4 минуты. 4 минуты можно, в принципе, встать с корабля, послушать, что это нам ТО на Майс говорит. Делать, в принципе, чего я не собираюсь. Так, время до прибытия 3 минуты 52 секунды, гравитация есть, давление 0, воздух 0, температура 28. Ну, как бы нормально. Здесь можно посадить, я так понимаю, друзей, с которыми будем летать. Здесь мы можем отключить стыковку какого-нибудь там, какого-нибудь модуля. Ну, это мы будем в дальнейшем делать. Так, ну это... У нас сюда складываем оружие, шлемы и все такое прочее. О! Еще канистр с этим кислородом. Давайте возьмем. Так, у нас 3 есть, да? Давайте... закись это не 5, кислород 3. Посмотрим, насколько канистр с кислородом маленькая заполняет у нас наш ранец. Да, я так и думал, 30%. Так, куда тебя положить? Давайте сюда использованные баллоны будем слаживать. Все? Вон она валяется. Так, ну что тут еще интересного есть? Да, была вот моя ошибка. Я решил во время гиперпрыжка открыть все двери. И меня просто вот тут нормально. Я сюда зашел в этот коридор. Меня вытолкнуло просто в открытый космос. И я... остался посреди гиперпространства, и, короче, пришлось мне перезагружаться. Кстати, с помощью кнопки F5 можно сохранить игру, а не помню, 7 чи F9, быстро загрузиться. Так, ну, в принципе, тут то же самое, можно все слаживать. В эти ячеечки. В принципе, больше тут рассматривать нечего. О, кстати, огнетушитель. Давайте-ка положим мы. Мы что, брали, да? Во. Теперь у нас на корабле есть огнетушитель. Так, ну чем заняться еще? В принципе, 1,5 минуты осталось. Блин, мне нравится наш логотип нашего корабля. Это просто прикольно. В процессе, когда мы уже заполнили наш корабль воздухом, кислородом, где мы будем дышать, снимем шлем полноценно, у нас, конечно... Будем делать разгерметизацию при выходе в космос или на какой-нибудь станции. Вот. Этому еще, кстати, научиться надо. Ладно, кучу свет. В принципе, мы уже, можно сказать, подлетели. Все, в принципе, уже подлетаем. Осталось 10 секунд. Кстати, довольно сказать, это относительно небольшой прыжок на 4 минуты. Если перемещаться по всей... в этой звездной системе, конечно, это будет довольно долго. Но хотя, может, другие тут варп-ячейки есть. Так. А вот пост, где у нас? Вон меточки. Блин, да у нас много меточек. Ну, не знаю, давайте Airlock Fabricator. К нему переместимся, 900 метров.
И давайте, кстати, глянем на свою орбиту. Вот, ну, видим, что у нас нормальная орбита, никуда мы в сторону планеты не направляемся, поэтому давайте, что там пишет док. Да, пристыковаться к этому фабрикатору, это будет, конечно, замечательно, превосходно. Для меня это будет вообще впервые. Сейчас выровняемся более-менее правильно. Вот, и можно отправляться. Разгоняться, точнее. Так, у нас опять почему-то меточка на Heaven переместилась. Убираем все-таки. Хотя у нас две метки. То есть, сейчас тормозим. Почитаем, что от нас этот его на Марс хочет. Так. Угу. В общем, даже я не знаю, фабрикатору либо не, ну хотя вот пишут Reach Outpost, наверное, туда мы полетим. Давайте, да, и меточка у нас как раз таки на Heaven. Это получается у нас рай, полетим прямо в рай тогда. А фабрикатор — это что-то типа, наверное, какого-то сборщика, завода, чей, не знаю. Тоже надо будет слетать туда обязательно. Но я думаю, мы это уже будем делать в следующей серии. Так уже это затянулось. Ладно, можно разогнаться, 2,5 километра лететь. Блин, я уже горю желанием заполнить наш корабль кислородом. Я так понимаю, сейчас мы этим будем заниматься. Или нет? Дом, милый дом, меточка. Так, все, тормозим нафиг. Так, ну нам туда пока что надо. Так, тихо, тормозим. Что тут, что там? Лучше достижение. Это хорошо, тормози. Уравняем скорость. Уравняем скорость, я говорю. Все, уровня скорость. Что-то мне там написали, я получил достижение, я что-то растерялся. Ладно, летим туда, куда нам требует задание. Ой, пожалуйста, откройся дверь. Хотя нет, у нас задания не было пристыковаться. Sweet Home. Так, где меточка у нас? Ну вот она, Safe Haven, да, нам сюда. Я уже вижу отсюда стыковочные узлы, когда можно пристыковаться. Я думаю, друзья, наверное, сейчас долетим до этой станции. Посмотрим, что там. Вон еще дом. А в следующей серии тогда уже попробуем научиться стыковаться правильно. Так, схватись. Оп, схватились. Нам же сюда? Ага.
полученного задания жмите О, чтобы открыть журнал. Да подождите. Найдите новую криокапсулу, короче, какую-то там. Отлично, включим свет, что-то темно очень. Оп. Так, система жизнеобеспечения. Надеюсь, тут есть кислород. Баллон с сжатым воздухом, конденсатор. Воздушный фильтр. Давайте-ка включим. Генератор воздуха. Все включаем. В коридоре мы пока что... Невозможно создать давление. Угу. Почему? Так. Установите деталь для улучшения потребляемой мощности. Сервомотор отсутствует. Установите деталь для улучшения. Ага. А что, собственно, не хватает? Неужели с... да. Герметизация. Ладно, надо будет это изучить, кстати, тоже. Снова огнетушитель. Ладно, идем к криокапсулу. Блин, ну странно, по идее тут должна быть... А, может быть из-за того, что... Давайте включим, разложим батареи, включим питание. О! У нас просто, наверное, питания не было. Ну-ка. Во, баллон сжатым воздухом. Отлично, пошел процесс. Давай. Запускайся. Что-то нифига, давление опять нулевое. Ладно, с этим потом разберусь. Если, друзья, кто-нибудь знает, как активировать кислород в этой станции, то, пожалуйста, подскажите. Здесь я знаю, что можно зарядить костюм. У нас пока что заряда где-то процентов 60, как видно внизу. Вон у нас индикатор батареечки. Карго-терминал. Отлично. Активируйте криокапсулу, чтобы начать с ее своей точкой появления. Зарегистрироваться. Установить как точку появления. Введите название. Все. Мы активировали криокапсулу, теперь если в случае смерти будем появляться здесь. Ну все, друзья, думаю, пока что на этом надо остановиться, надо дальше разбираться, как работать с модулями, как запустить сюда кислород, чтобы мы могли нормально подышать, так как кислород у нас не бесконечен. Вот, если какие-то есть идеи по этой игре, есть подсказочки, то, пожалуйста, пишите комментарии. Вот, оценивайте ролик, если кому понравился. А на этом вот с вами будем прощаться. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч.